Я соединил чуть битрейда, чтобы передаем привет. Передаем привет и Барту. Да. Он сейчас нас всем смотрит. Привет. Кто нас смотрит? Белого парень. Все, игра началась. Наконец-то. Ждем первой атаки. Так, плево. Жакей, почему-то у меня две плево показывают, тех не объясни. Что это такое? Это новый конфиг двух плево. И бумера два будет. Да, 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 это на одних плевальщицах только. Вообще жесть, слушай. Здесь, короче, надо делать так, чтобы толстый взрывался и под плево отталкивал. Это очень скиллово получается. То есть вот так весь кап, да, будет проходить? Минус 500 админу, пишет Гринжибас. Все, админов решили кикнуть, я так понимаю. Но игра стоит на паузе, так как, опять же, какие-то недопонимания возникли. Да, они еще и забили не вышли, уже паузу. Хороший начал. Так, ну все, паузу сняли всем. Так, итак, 2-0, как говорится, игра началась. Кура фейлит, Гром да. Не добегает, его спамит хорошо. А, Кура все-таки скурил. Да, да, прям на слизь так слегка. На 3 хп, но слизь затронул, да, Мэрл Питц. Ну смотри, кстати, Ганджибал записали как 3 сетчей, конечно, прикольно. Ну, команда рашит. Наверное, как можно дальше. Мобов особо не сливают, я думаю, тут да, это им ни к чему. Да, сейчас сразу на открытое место выйдут и начнут. Приколюхи мутить, так сказать. Взять две митки. Перезаряжаю. Кстати, надо узнать, когда танк. Танк 65%, почитай. Перед спрыгом. Перед спрыгом, да, буст встречает танк. Так, ну вторая так, атака, стандарт, мост. Мост. Смотрим. Надеемся и верим. На, ждем. Так, атаки нет. Так, что-то один уже поднялся. Бумер сфера. Кром, капитан команды идет вперед. Поднялся наверх, сливает же. Гром хорошо танчит. Но не подслись рядом. Не подслись. Ну, на дома хотя бы. Ну да, кстати. Так как команды, в принципе, равные по силам, так. Я думаю, тут каждый хп будет иметь свою роль. Так, ведьму им надо обязательно слить. Вот они агрят ее. По правилам ему нужно ее убить. Да, ну, наверное, даже не добежит со своими. Ведьма убивается просто в ноль и без какого-либо. Так, машина сигнализации первая. Наверное, будет здесь атака. Хотя. Бумер фейл. Да. Кстати, у меня странно. Стоит в машине, ждет, когда его убьют. Гром фейл, Кура запыливает. Жока молодец, маленько дамажал. Да, так, так и сказать, такие, на чуть-чуть, но под, так. Но получает пока только капитан команды Кроу. Да. То есть он берет для себя основное. Знают противника, кого оттачить. Кстати, смотри, нашли пилсы, считаю, Кроу полностью хп. Вот мне опять Диман пишет, Барт, что голос какой-то типлированный. Да, но я, извините, конечно, но ничто не смогу поделать. Опа, танк сразу пошел, а так, кстати, под атаку. Ну, так как Барт привык к моему голосу, он, наверное, знает уже, что голос у меня маленько другой в игре. Не, ну здесь, правда, и правда у тебя где-то... Здесь чуть-чуть будет сипеть, да. У тебя не тоже голос маленько другой, так как я знаю, какой у него голос. Так, ну давай, тут не про голос у нас тут. Блин, наверное, мне надо будет сейчас добавить щит в тейсе. Сейчас, ну тут посмотрим атаку, ребят. Так, один заблёк. Там пытается кидать камни. Перезаряжаю.
ну все, танк почти слит уже. Все, 100 хп последнее. Ну все, убиваю танк. Думаю, здесь... Честно говоря, пока я разбирался со звуком, танка уже убили, да? Да, но это я лучше убавлю. Давайте, ребят, я на с мини-карты на радиаторе настрою настройки нормально, наверное. Ну да. Я пока помолчу тогда. Охотник! Охотника быстро убивает тут. Даже вниз по реке. Громила! Вот, да и забрёл, вдруг промазывает. Плёл, даже не хотел плевать. Думал, так чисто, что кто-то наступит в надежде. Ну, они все заметили эту лужицу и бежали ее. Мы можем забраться здесь, на холм. Перезаряжаю! Все, остается почти финишная прямая. Наверное, будет всего лишь одна атака. Шелестящие дубы, мы добрались. Да, хорошо, сейчас. Громила! Ой, Рошенку берут. Я не шучу! Ну, под конец это неплохо сотачили, на Фейта еще. Сняли еще один бонус у Фейта. Кровь и так была надамажена. Впереди убежище! Ну, все заходит в бегу, здесь больше никто не успеет резнуться. Да, и так уже почти бегу. Довольно неплохо прошли, ребята. Давай попробуем настроить, потому что баба пишет то нормально, то говорит не очень. Тоже. Надо со звуком что-то делать. Да, я понимаю, сейчас. Ли, будешь один стримить. Так, все, прицел я убрал. Сейчас я попробую встретить, я чуть-чуть убавить. Так, ну вот. Скажи что-нибудь. Прокомментируй что-нибудь. Так. Сейчас мне вот Барт пишет, то говорит хорошо, то плохо. Интересно. Ну так, прыгает. Ну давай, я сейчас убавлю, то, наверное, битрейт в этом получается, в звуке. Возможно. Да, тогда сейчас стрим отключу на несколько секунд.